Пришли за посылкой мы. Видите, посылка должна и прийти. И она ее как-то вот через этот магазин заказала. Но она, конечно, она моложе меня, круче. Она все знает лучше меня. Какие посылки. А мне, кстати, тоже посылка пришла. На пороге меня схватил почтальон. Даже не представляю. Ой, опять я свои показываю данные. А, да все уже знают. Вот. Не знаю, даже вообще понятия не имею, что там мне прислали. Надо, конечно, поглядеть. Вот в центр пришли. Ладно, я не буду с ней заходить, пусть сама разбирается. Заказывала она там какую-то одежду себе. Ну, вообще, мы, наверное, скоро... В самом деле, сейчас будем все через интернет покупать. Видите, тут хоть открылось немножечко. А так вот все закрыто. Смотрите, тут всякие натуральные мыло для душа, там всякие штучки. Договариваются, когда, чтобы точно знать, когда привезут посылку. Она еще в этой машине оказывается. И там-то, кстати, пахнет хорошо. В общем, переживаю, сегодня 21 число. Сегодня митинг. Вообще, полночи не спала, прям страшные сны. Просто хочу показать, что вот закончила какую-то мозаику, то сюда. Ужас какой. Вообще, что делается, это просто, просто страшно. Я не знаю, как люди могут быть этому равнодушны. Вчера это не показала вам, некогда было. Вот такие пришли у меня посылка, пришли вот такие сережки. Видите, вот сережки. Очень красиво смотрится на ушах. Покажу в другое время. Сейчас как-то вообще нет никакого желания. Так, смотрите, я хотела к этому кольцу подобрать. Что-то не обратила внимания, что они же другого цвета металл. Ай, ну и ладно. А эти вот в прошлый раз, видите, пришли. Тоже красота. Алиэкспресс заказала. И еще очки. Стоят они по 2, там, по 4 евро, по 5 вообще. И вот очки, которые в компьютере. Когда работаешь с компьютером, они светозащитные от компьютера, видите? Ну, для чтения. И когда на солнышко выходишь, они темнеют. Вот такие вот уже очки заказала. Темнеет, когда свет, видите, начинает темнеть. Видите, как сразу потемнели, если вот их на свет. Вот они сразу темнеть начинают. Ну ладно. Будем смотреть сегодня, значит. Так страшно вообще. Невозможно было представить, что мы до такого доживем. Петров. В общем, моя эта гостья, она тоже учит французский язык. Ну вот, ну невозможно здесь люди без французского языка. Тяжело работу найти. Так, видите, я начала новую. Ну, надеюсь, уговорю, может, ее на трансляцию. Вот, занимаемся вместе. Вместе. Общаемся. Сейчас на пляж пойдем. Вместе. Вот так. Как красота, да, ведь. Так, мне это нравится это делать.